Итак, закончили вязать вторую половину носочка. И теперь приступим вязать нашу пятку. Пятка будет с клинышком. Итак, количество петель. Спереди у нас для рапортов у нас было 32 петли. Со стороны стопы у нас было количество петель, у меня было меньше. Но вы можете отрегулировать. Я считаю так, что для того, чтобы выйти потом на количество петель уже после пятки, чтобы у нас был раппорт узора, тоже надо 32 петли. Значит, вот здесь в процессе вязания сейчас клина тоже добавляйте по 1 или 2 петли. Значит, и пятка у вас будет шире, как бы подъем пятки будет идти, да, и количество петель будет потом совпадать с количеством раппорта для узора. Итак, мы дошли до того момента, где надо расширять пятку. Количество петель в пятке, вернее, количество петель на стопе прибавляете здесь. И в тот же момент здесь будем добавлять. Итак, мне нужно будет добавить петли, чтобы у меня на подошве тоже было 32 петли. Точно так же, как и на рисунке. Я сейчас это сделаю. И затем будем распределять петли таким образом. То есть, как бы делить их на спицу. Да? Здесь будет 16 петель. И здесь будет 16 петель. А вот эти петли, которые мы добавляли по бокам, они остаются вот здесь в середке. То есть у меня здесь осталось 3 петли. И сейчас мы будем вязать и добавлять петли именно от этих петель. То есть вот эти 16 петель останутся неизменными. Они будут вязаться по узору, что с этой стороны, что с этой стороны. А лишние как бы петли, они останутся здесь в середке. И от них начнем добавлять петли в каждом втором ряду. Но вяжется все это по кругу. То есть продолжаем вязать и узор, и продолжаем вязать саму пятку с добавлением и вывязыванием вот этого клина. Все идет до тех пор, пока вот здесь в клине будет тоже 32 петли. То есть пятка увеличивается в 2 раза. Здесь по 16 петель по бокам остаются. И здесь добавляем количество петель в каждом втором ряду. И здесь тоже этот клин. Получается 32 петли. Надеюсь, понятно. И раппорт узора продолжает вязаться. Все это пока вяжется по кругу. Я провязываю пока лицевую часть и потом перехожу на пяточку или на стопу. Итак, разделили петли. 16 петель справа, 16 петель слева и 3 петли посередине. Вот эти 3 петли будем сейчас добавлять от них. После маркера и перед маркером из этих 3 петель. 16 петель справа и слева точно так же вяжем все по рисунку. Рисунок не нарушаем. Смотрим внимательно, какие у нас были петли, провязанные светлой нитью, лицевые или изнаночные. И точно так же по рисунку провязываем потом. Доходим до маркера. Маркер перекидываем. Я просто отделила, чтобы было понятнее. Теперь из этих вот здесь 3 петли посередине, и здесь добавляем петлю.
можно добавлять из протяжки, допустим. Ну, кому как удобнее, да? Можете добавлять из-под петли, допустим, да? Ну, кому как. Главное, чтобы не было дырочки. И здесь вот эти три петли мы вяжем теперь лицевая и изнаночная. Темную нить назад, а вот эту изнаночную светлую я провязываю. То есть не вперед нить, а назад. Теперь здесь лицевая. И здесь опять добавляем петлю. Можно вот так сделать из протяжки. Здесь петля должна быть светлая, изнаночная. Перекидывая маркер. И вот этот уже узор, где у нас 16 петель справа и слева, они уже вяжутся по узору, так как мы вязали тут всю нашу подошву. То есть здесь у меня вот изнаночная петля, но я ее провязываю лицевой, потому что это такой ряд. Клин я все буду вывязывать изнаночными и лицевыми. Это был первый ряд прибавки. Второй ряд я провязываю по узору, по кругу. Прибавки не делаю. Прибавки делаю в следующем ряду. То есть прибавки будут у нас проходить в каждом втором ряду. В круговом ряду. Не забываем, что мы вяжем и переднюю часть носка, и подошву сразу вместе все. То есть поворачиваем и продолжаем вязать лицевую часть носка. Затем провязываем стопу, опять лицевую часть. И возвращаемся и делаем снова прибавки. Переходим вязать стопу. Здесь у нас идет узор, здесь была у меня лицевая, значит изнаночная. Две нити вперед. Не забываем об этом. Лицевая также провязывается. Изнаночная светлая, две нити вперед. Доходим до маркера. Здесь у меня последняя петелька светлая. Перекидываю маркер, так как в прошлом ряду я делала прибавки, значит здесь провязываем лицевая, лицевая, теперь светлая, изнаночная, только одну нить вперед, дальше темная лицевая, изнаночная. Маркер перекидываем и вяжем по рисунку здесь. Две нити вперед, изнаночная. Нити назад, лицевая. Две нити вперед, изнаночная. Провязываем круг. Возвращаемся к прибавкам. Теперь прибавку надо сделать будет вот здесь. Между двумя, вот после маркера, между двумя темными нитями. Сделать прибавку светлой нитью. Вот здесь, там где две светлые нити, здесь надо будет сделать прибавку темной нитью. И вязать лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Каждый ряд. Так мы делаем прибавки в каждом втором ряду. Не забываем провязывать здесь узор. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Здесь по бокам справа и слева по узору. До тех пор, пока у меня посередине с этого мыска не будет 32 петли. И это все вяжется по кругу. Я сделала все прибавки. У меня здесь 32 петли. В прибавках и по 16 справа и слева. 16 петель для моего носка. У вас может быть другое количество петель, смотря сколько вы петель набираете, сколько вам надо согласно рапорта, и зависит еще от толщины пряжи. Если пряжа у вас толстая, то конечно количество петель у вас может быть меньше, девочки. Поэтому на мое количество петель, пожалуйста, не ориентируйтесь. Итак, сделали все прибавки, и сейчас по
стороны стопы надо довязать петли согласно рисунка до маркера, до второго маркера. Сейчас будем делать убавочки. Остался, как говорится, последний рядок согласно узору. Сейчас мы это все провяжем. И 16 петелек, и сам клин пятки. И приступим к убавкам. Клин пятки вывязываем точно так же. Одна лицевая, одна изнаночная. И вот теперь смотрите, балочки делаем. Осталась последняя петелька на левой спице. Мы ее пока временно перенесем. Маркер уберем, чтобы не мешало. Теперь возвращаем ее на правую сторону. И за передние стенки 2 петли, вот эту, которая оставалась, и 1 петля с левой спицы провязываем вместе лицевой петлей. Можно повесить маркер, если вдруг вы запутаетесь, где у вас начинаются убавки. Поворачиваем изделие. Первая петелька снимается. И теперь здесь вяжем по рисунку. То есть у нас идет наоборот. Лицевая, изнаночная. Да? Получается светлая петля. Лицевая. Вот она. А темная, изнаночная. Не забываем темную нитку класть вперед, когда мы вяжем изнаночную петлю. Когда вяжем именно вот эту светлую нитку, светлую петельку, темную нить кладите вперед перед собой. Затем 2 назад или перед собой. И провязываем изнаночную. Опять не забываем, чтобы не нарушался рисунок, надо делать таким образом. Итак, доходим до маркера. Не довязываем там одну петельку. Вот, не довязываем опять одну петлю. Маркер убираем в сторонку. Петлю возвращаем на левую спицу. И 2 петельки провязываем вместе, но уже изнаночной петлей. Поворачиваем. Первую петлю снимаем. Дальше вяжем по рисунку. Одна лицевая и одна изнаночная. Так доходим до маркера, который повесили отметку, или до того места, где мы делали первую убавку. И точно так же убавляем по одной петельке. Одну петлю берем с клина, одну петлю берем с боковой части. И делаем убавки. До тех пор, пока у нас все петли боковые, вот эти вот, там, где было по 16 петель, у нас не закончится и останется на спице только вот эти 16 петель, которые были на уголке, то есть вот на этом клине. Вот смотрите, я дошла опять вот до этой петельки, которая осталась на левой спице, вот здесь маркер, да? Вот эту петлю пока снимаем, маркер вообще можно теперь уже убрать, он не нужен. Эту петлю возвращаем и опять провязываем эта петля и последующая петля с левой спицы, провязывая вместе и хорошо ее подтягиваем, переворачиваем и продолжаем вязать в обратную сторону. Главное, что здесь надо первую петельку всегда снимаешь, когда переворачивается она, ее затягиваете, чтобы она не была растянутая,
И все, пошли опять вязать по рисунку. Все, вяжем, делаем убавки и встречаемся чуть попозже. Так, ну что ж, я уже заканчиваю пятку. У меня все петли собраны, то есть все убавки уже сделаны. Осталась только одна убавка с левой стороны. Почему? Потому что я шла на эту сторону, сделала здесь последнюю убавку, 2 петли вместе. И теперь мне надо перейти на лицо, то есть вязать узор. Когда я свяжу узор, я перейду на стопу, последние петли закрою, последнюю петельку, и все. И у меня пятка будет готова. В этот раз, я уже теперь покажу вам, да, в этот раз пяточка у меня получилась очень аккуратная. Я очень довольна этой работой. Еще раз повторю, здесь пятка немножко неаккуратная, потому что я ее вязала первый раз и распускала ее 3 раза. Поэтому немножко неаккуратная. Пардон. Но вот эта пятка уже чистовая. Я ни разу ее не распустила и не перевязала. Я думаю, что у вас получится то же самое. Главное красиво закрывать 2 петли вместе соединять, не забывать лицевую за переднюю стенку, 2 лицевые, а на изнаночной стороне просто закрываем изнаночные. Ну, вот такие вот полосы оригинальные получились для красоты. Здесь 3 петли оставалось, закрыли. Теперь получилась вот эта пятка. Что дальше? Дальше все очень просто. Закрываем последние 2 петельки и вяжем в круговую, вернее, я уже вяжу в круговую согласно узора. Здесь у меня, смотрим, на какой стадии у меня здесь будет узор, на какой стадии. Я его сейчас провязываю, перехожу на пятку и набираю, вернее, не набираю, а провязываю петли согласно рисунку, который у меня будет на лицевой стороне. То есть замыкаем. Здесь 16 петель, здесь 16 петель. Получается, что, вернее, не 16, а 32 петли и 32 петли, так как на одной спице, да, или как по 4, если делить, то по 16. А так 32 и 32. И теперь уже вяжем в круговую этот узор. Не сбиваемся с рисунка, постараемся не сбиваться с рисунка. Затем провязываем определенную высоту, переходим на резиночку и закрываем все наши петельки. И в результате должен получиться второй носок. Ну что ж, все, приступаем и вяжем, и наслаждаемся.